Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Е-бой. Здорово. Брат за брата, брат. Вы самое быстрое животное, это все знают. Да, кто еще? Ебой, здорово. Скромно живу. Да, я скромный нигер. Здорово, Маркс, как дела? На самом нормальный хат, я на кутуй живу, брат. Ну, снимаю. Привет. Когда нормальные треки. Да, братан, так и не научился, видать. Бенго-бенго. Хуклен, здорово, брат. Здорово, здорово. Да, я нормально, брат, ты как? Е-бой. Да, правдивая история, нормальный трек. Включи, да я на кухне, брат. Оби-Ван уебан. Да. Очень оригинально, брат. Ты просто рифмоплет. Че, Версачи на плече? Да, брат. Здорово, драйвер. Подписывайтесь на драйвера, если что. Спортпит. Не, брат, я... Я крэк варю. Cooking up some crack. Антиптаха. Усы, да, я не повыгну понедельника, только зайчик хэл. Птаха норм, пацан. Ну хуй знает. Как дела с мусорниц? Здорово, брат. Го, побегаю. Не, побегать это к птахе, брат. Я не такой фоне, чтобы бегать. Я сам еле за ним успел. Когда клип дропнет. Брат, ну вот мы сейчас планируем брат за брата снимать, как бы. Все в Москве, кто хотите поучаствовать там или что-то, как бы, ну, пишите. Что-нибудь придумаем, если вы подойдете там по возрасту и по всей этой. А да хуй знает. Battle Miles Mixi смотрел. Да, я смотрел, потому что я все надеюсь, что Mixi как-нибудь сделает то, чего от него все ждут, но, судя по всему, не в этом. Не в этом году. Брат, да я не только начал пока. Брат за брат, заебись. В Тюмени не бывал. Надеюсь, приеду. Ебой.
брат оплатил, походу, не скоро, не знаю это. Почему умер Децл, твое мнение? Ну, я не хочу никого дизреспектить, как бы, но мне кажется, он, может, просто вел не совсем правильный образ жизни. Как бы он вроде там пил, курил, там, и вся фигня. Как бы я просто хочу сказать, не пейте, не курите, занимайтесь спортом. В Барнауле не, брат, не был. Я бы охуел твой альбом, наверное. Прочность нормальная. Тут что-то я подбить брата на кухне вообще как бы. Мне брат не был в Барнауле. О, кстати, спасибо, брат. Это хорошая идея. Я с тобой свяжусь, брат. Фит с Олегом. Ну, это у Олега надо спросить. Я как бы закинул, а дальше уж как братуху успеет. Ну, пародия, как бы. Ну, если скажу, что не понравилось, подумаю, что он меня как-то, что меня обидел. Да не, ну, не понимаю просто, что они такие все, такой голос дебильный делают. Ну, как бы, не знаю. Не, Майлз хорошо выступил, и действительно, я до этого видел, я даже, ну, хуй знает, как его звали, но после этого бата я запомнил, он как бы нормально сделал. Ну, а Микси, просто многие говорят, что ты так жестко, ой. Ну, вот от этих батлов, которые, как бы, он последний, ему просто самому хуже, я-то ему всего наилучшего желаю. Лучше бы его после первого уволили, он бы подготовился еще там полгода-годик, и потом пришел заново батлить. А когда он так, ну, налажал, можно так сказать, ну, блять, а вы пытаетесь из него еще 5 батлов выдавить, ну, конечно. Владивостоку привет. Найк, конечно, Адидас тоже заебись. Адидас мне подгоняет, ну, шмотки там всякие время от времени. Ну, там, что-то спонсирует, поэтому как бы... Я не знаю, братан, кто-то подгоняет шмотки, если они нормальные, как бы... Вот, а у меня я больше не ношу, короче. Я и носил их только потому, что у меня братуха... Потому что братуха как бы просто сидит, они делают эти шмотки, я лишь как бы, ну, потому что его хотел поддержать, их носил. Ну, знаете, я вот так вот по улице хожу, на меня люди в ахуе некоторые смотрят. Знаете, эти мужики, которые, ну, такие сумками их там часто видишь, там где-нибудь на вокзале такие, ну, видно, приезжие. И вот как-то я так стоял с ним, и он увидел это, и знаете, у него в глазах просто непонимание, как, ну, я его не виню, вот, просто, не, совсем уважаемый братух, как, не, я отошел от этой темы, брат. Птаха много чего пиздит, как бы, особенно, когда он разговаривает с полицией, вот. Птаха говорит, что они меня по машине нашли, чтоб типа, я не знаю, ну, они все говорят, Тигр тоже говорит, что меня по машине нашли. И он так сказал, какой нахуй машине, вы что, гоните, мы вообще были на чужой машине, и даже если бы они меня отследили по машине, как они мой этаж квартиры поняли. Понимаете, нет, Птаха все сдал, да и как бы, мне там сразу сказали, что Птаха как бы, ну... Для этого, ну, для протокола ничего не говорит, но без протокола все говорит, понимаете? Вот. Как бы Тигр сам знает, что, и как бы... Они могут, блядь, отмазки кидать, я говорю, что там по-новому... Они сначала говорили, что меня по-новому рэпу нашли, потом, что меня по машине нашли, хотя, ну, вон там просто, блядь... Гляньте, у меня в инсте там есть пост, где Птах прям при опера говорит, кто на него напал, и как, ну, как бы. Привет, Птах, я Кей Снич. Как бы, ну, ты, бля, очканул, ты бросил своего кузена, ты бросил свою девушку, как бы, понимаете. Он говорит, у него там кто кузен, племянник с ним был. Птах убежал, бросил их всех. И как бы порвал очко, еще и настучал, блядь. Привет, Птахи, и крысе. Здорово, бля.
Тигр просто я охуел, как бы, ну, блядь, после всего такого, после всего, чего я его потянул, как бы, вот хуй знает, ебать. Кто так делает, блядь? А он, у меня даже, как бы, злости на него нет просто, блядь. Просто он был единственный человек, он был единственный человек, который я, как бы, вот, ну, которому я, можно так сказать, у которого был шанс, вот, я доверил ему, понимаете, а брат, ну, вот так уж. Да ничего, не тебе спросить у него сам, не хочу про него говорить, как бы, он все сам знает. Привет, солнышко, у меня все отлично, дяга. Брат, да не знаю, насчет батлов, как бы, с кем батлить. Честно говоря, как бы, все эти... мне не хватает, знаете, лично я соскучился по старичкам, знаете. Как бы, вот это новый versus Fresh Blood, они все, знаете, ну, не считая двух, там, трех человек, там, они знают, кому я респектую, вот... А все они одинаковые, блядь. Понимаете, ничего оригинального, они как шаблон. Ты, ну, примерно знаешь каждый батл, чего ждать. Вот. Ну, вспомните Драго, вспомните Алфавита, как бы. Так, ну, кого? Да даже вот Хохол, вот реально, вот Хохол был оригинальней, как, понимаете. Нет, то, что молодого было, то, что он не выписал, все, что смог, я выписал все, что было у меня. Да, вот как бы я тоже пытаюсь, как бы, ну, отметить какие-то минусы в этом Fresh Blood. Не знаю, мне кажется, они немного обиделись на меня. То, что я, как бы. Ну, я говорю правду, что такое. И я тебя рад видеть, солнышко. Чебоксарам привет. Сколько весишь, брат? Ну, вообще, я хотел к лету сейчас немного набрать массы, как бы. Как бы банку себе хуярить и все такое. Но, блядь, меня тут зовут на Body Money. Может, знаете Body Money? Ну, там я, Дуня, наверное, Коч, мы туда поедем. Они хотят, чтобы там этот... Я провел тренировку самбо, потом еще тренировку, и там с Новоселовым что-то... Ну, как бы, главное, чтобы меня не поставили против Новоселова. Да и, честно говоря, я вообще говорю, что я не уверен, что эту тренировку по самбо сейчас вытяну, потому что я кардио давно не делал. И, как бы, ну, самбо я в жизни не занимался, там, боксик, тайк, это одно, вот. А там две тренировки, я думаю, ну, хуй знает, как бы, вот. Слава КПСС, ну, Слава КПСС говорит много всякой хуйни. Ты его спроси, что было, когда он вышел, как бы, после этого интервью, на меня нарвался в этом, в гримерке. Ну, конечно, он, блядь, говорит, что я пиздобол, потому что, а что ему остается? Это, ну, Слава, блядь, Слава ведет себя как баба, все такое. Он сам говорит, что он этот... Заяву напишет, настучит. Ну, просто представь, вот вы увидите Славу, да, с его девушкой. Ты подойдешь, его девушку за жопу возьмешь, да? Поем со мной, кишка. Слава войдет заявление писать. Ну, понимаешь, как бы, ну, как бы, кто бы не был, как бы, проиграл, не проиграл, блядь, ты должен отстаивать свое, как бы. Ты должен дать въебал, даже если тебе потом морду набьют. Ну, вот, а птаха, Слава вошел туда еще... А потом мне что-то пытался спросить, что я типа его бывшего обосрал. Ну, я как бы, ну, братан, ну, она стрёмная, извини. Как бы, ну, это... Он просто ее так фотографировал везде. Как дела в качалке? Писал, а ну, лучше, чем сейчас с этим крокодилом. Ну, как бы, ну, если ты не хотел, чтобы, как бы, про нее сказали что-то, зачем ты ее сам постишь и, как бы, показываешь, какая она, типа, красотка, блядь. Что она далеко не красотка, братан. Девушка с лицом некрасивого мальчика. А я обычно, как бы, ну, про девушек так, ну, как бы, не выражаюсь. Вот. И я ему говорю, ну, она стрёмная, братан. А он такой смотрит на меня, вот так боком стоит. Я сижу, он такой, вот. И, как бы, ну, видно, что он хочет меня ударить, но ему просто смелости не хватает, как бы, ну. Ну, как бы, если не верите мне, спросите у Славы, как бы, что он скажет, как бы.
Он может, конечно, сказать, что ничего такого, ну, как бы, понимаете. А, бля, да, решить все траблы и переехать куда-нибудь в Европу, это, честно говоря, то, о чем я теперь думаю, как бы, понимаешь. Вот, я люблю Рашку, очень люблю Рашку. А, но здесь, сука, холодно, блядь. Да я люблю тепло, знаешь, морской воздух, там, ну... Блин, нормальный хавчик, там, испанскую еду, итальянскую еду, как бы. Понимаешь, что после, когда тебе за 30, ты уже начинаешь, как бы, ну... Пытаешься сделать все, чтобы все было комфортно, как бы, понимаешь. Да ему за 10 платят хуем по жопе. Вот, ну... Как вообще можно верить тому, что говорит Слава, как бы, ну... Здесь он 99% того, что он говорит, пиздит. Вот. Брат, да ты меня третий раз про Барнаул. Это не ко мне, брат, это к организаторам вам надо. Вот. Просто находишь организатора, говоришь, мы хотим Обика пригласить, они связываются с моим менеджером. И все, я там. Про чью бабу? Он спрашивал про бывшую. Там, я не знаю, у нее там их, походу, несколько, у нее все бывшие были. Вот, я не знаю, там какая-то черненькая такая была. Да я одну его просто, ну, он сам просто ее выкинул, типа, ну, как бы, ну... Вот, а с ним была еще новая какая-то, рыжая, вот. Ну, я не знаю, может, она уже тоже бывшая, вот. Но я эту рыжую спрашиваю, ну, скажи, что его бывшая стрёмная? Он такой, да, конечно, стрёмная. И слово стоит такое обиженное, ничего не может сказать. Фит с Кизаром по-любому будет, брат. Думаю, в ближайшее время вот жду Кизара, пока доделает ставчик и скинет мне. Так, бля, вот... Как бы хуй знает, испортился кетчуп или нет, как бы, кто знает, сколько кетчуп хранится, блядь. Я его что-то не ел уже месяца два, наверное. Да, обещал, но я еще не решил, солнце, как бы, ну, как сразу, так сразу. Да, брат, вот я что-то ищу, нахуй, где здесь написано, брат? Хуй знает. Тут как бы дата изготовления нахуярена. Или он в 2017-м еще закончился. Привет, Камчатки. Да, ну, блядь, да они уже все пародировали. По-моему, там уже человек 5 с этого нового сезона пародировали меня. Да ёпты, сделайте что-нибудь новое. Как бы, ну, я ничего против не имею, как бы, но... Ну, если пародируешь, то хотя бы пародируй нормально, блядь. Ну вот, но как бы Майлз все равно это не повлияло, он круто выступил, как бы крутой батл просто, ну хуй знает. Потом за бабки только фит будет. Да не, брат, честно, мне постоянно предлагают фиты за бабки, но я что-то не знаю, как бы. Сопка там, две, блядь. Ну, честно говоря, если как бы очень много бабок, блядь, ну, еще надо как бы послушать трек сначала, да, если это какой-нибудь там за май, то, блядь, ни за что. Вот, если чувак нормально делает за сотку, за две, я сделаю. Просто, ну, я сам не хочу делать фиты за бабки, если честно, поэтому такие цены называю. Это как, ну, реклама в Инстаграме, вот. Обычно это либо мои парни, как бы, либо это те, кто просто много бабок заплатил. Просто потому, что не хочу засорять его. Бабки беру, а фит не делаю. Нет, нет, так не делаю. Вот. Все, я буду хавать, наверное. А три артиста, которые повлияли на меня, не знаю, насчет моего рэпа, наверное, это мы закончим, как бы. А на меня повлиял, наверное, сначала Big L, потом Biggie, а потом Lil Wayne, хуй знает. Вот, все, всем респект, ебой, делайте вещи.